Да? Не, чуваки, вы это как-нибудь уж без меня. Он, конечно, полный лузер, да, но мне на него просто по барабану. Заброшенный дом в лесу? Погоди, а это не тот самый заброшенный дом, в котором еще якобы какая-то аномалия была? Да-да, говорили то, что там какой-то временной разлом или что-то, ученые даже приезжали, исследовали что-то. Тот самый дом? Ну, психи. Ну, короче, делайте там, что хотите. Ну, позвонишь мне потом. Давай. Наверняка у вас будет много вопросов касательно всего произошедшего, но я объясню вам, что же случилось на самом деле. Дело в том, что парень, который, к сожалению, очутился в этом доме, и маньяк – это один и тот же человек. Маньяк – это этот парень из будущего, который вернулся из будущего в прошлое, в тот момент, когда в прошлом парень не выдержал издевательств и стал маньяком. Убив самого себя в прошлом, он стер себя из будущего.